Хорошо. Сегодня у нас 1 декабря 2011 года. Мы с тобой делаем продолжение маршрута 1 «Создание способностей человека». У нас идет М19, которое называется «Большое путешествие» или «Гранд Тур». Готов? Готов. Хорошо. М19. Будь в метре позади своей головы. Хорошо. Будь около земли. Хорошо. Будь около Луны. Хорошо. Будь около Солнца. Хорошо. Будь около Земли. Хорошо. Будь около Луны. Хорошо. Будь около Солнца. Хорошо. Будь около Земли. Хорошо. Будь около Луны. Хорошо. Будь около Солнца. Хорошо. Будь около Земли. Хорошо. Как дела? Около земли сейчас. Хорошо. Наблюдаешь? Да. Продолжаем. Будь около Луны. Хорошо. Будь около Солнца. Хорошо. Будь около Земли. Хорошо. Будь около Луны. Хорошо, будь около Солнца. Хорошо, будь около Земли. Хорошо, что ты наблюдаешь сейчас? Уже вот начиная от солнца, я уже вокруг могу, то есть двигаться в любом направлении. И сейчас вокруг Земли, как бы, да, вот так в пространстве, как бы, с разных сторон ее могу. Хорошо, сейчас Землю или Солнце рассматриваем? Землю, да, с разных Хорошо. сторон. Да. Темную сторону, светлую, там вот так все. Хорошо, теперь будь около Луны. Хорошо, будь около Солнца. Оно ближе становится. Хорошо. Будь около Земли. Тоже Хорошо. ближе.
Хорошо, будь около солнца. Я как бы внутрь меня втягивает туда. Хорошо. Как бы я Что-то еще. внутри солнца, да. Хорошо, будьте около Земли. Да. Внутри земли там, да. Хорошо. Будьте около Луны. Да, внутри луны. Хорошо, будь около Солнца. Оно начинает солнце, вот солнце и сливание происходит такое, как бы к солнцу притягивается, начинает земля притягиваться, луна туда же движется, как бы по Хорошо. направлению. Как ты чувствуешь, нужно еще дальше продолжить? Или долго слишком проводится? Я думаю, просто уже как бы соединение вот солнца, да, и оно как в солнце ты находишься, все. То есть изменения уже фактически не идут, да? То есть местоположение. Да, вот оно как бы они местоположение меняют, да, вначале. Хорошо, легко получается Земля, Луна, Солнце Да, перемещать. перемещается, да. То есть они двигаются прямо вот при аж чувствуется, они одно в другое, как бы, да. Хорошо, идем дальше. Теперь найди скалу. Хорошо, теперь будь внутри ее. Хорошо. Теперь будь вне ее. Да. Хорошо. Теперь будь внутри ее. Хорошо, будь вне ее. Хорошо, будь внутри ее. Хорошо, будь вне ее. Хорошо. Она начинает крутить, как бы я вокруг нее вот так начинаю, да, то есть она двигаться начинает. Идут еще изменения. Ну, то, что движение, как бы, да, есть. Хорошо. Ты снаружи сейчас смотришь? Да, снаружи, да. Хорошо. Теперь будь внутри ее. Да, внутри. Хорошо. Будь вне ее. Да, она ближе как-то вообще. Ее близко рассматривают. Пролетаю быстро. Хорошо, легко получается это. Да. Хорошо, идем дальше. Теперь будь в центре Земли.
Хорошо, теперь будь вне земли. Хорошо, будь в центре земли. Хорошо. Что ты наблюдаешь сейчас? Ну, в центре Земли, да, такое яркое такое свет такой, как Хорошо, теперь будь вне Земли. Да, вот космос и Земля, да, вижу, да. Хорошо. Будь в центре Земли. Да. Хорошо. Что ты сейчас наблюдаешь? Я вижу, как оттуда вот снутри как бы вот есть проходит вот по трещинам таким, да, туда на поверхность как бы, да, такие породы такие глубокие, да. Ну, магмы, да. То есть, ну, вот на где вулканы, вот вулканические вот эти, да, прям. То есть распирает, как вот она как дышит такой, да. Хорошо. Теперь будь вне земли. Хорошо. Что ты сейчас наблюдаешь? Ну да, вот как раз уже вижу, где места, вот где она дышит, как раз вот эти вулканы, гейзеры, вот это вот все дыхание, то есть, да. Хорошо, будь в центре Земли. Хорошо, будь вне Земли. Хорошо, будь в центре Земли. Хорошо, будь вне земли. Хорошо. Легко получается? Да. Изменения какие-то идут или ровно уже? Уже ровно, да. Уже как бы. Хорошо, продолжаем. Теперь будь около Марса. Да. Хорошо, будь в центре Марса. Хорошо. Что ты наблюдаешь? Ну, такая какая-то плотнее она такая, плотность такая. Хорошо. Структура другая, не как Земля, она там более такая плотная, наверное, такая. Хорошо. Будь вне Марса. Хорошо. В центре. Хорошо, вне. Хорошо, теперь медленно двигайся вниз к поверхности. Легко двигаешься. Да, медленно так вдоль как бы видно, что. Хорошо. Нету никакой преграды. Хорошо.
Будь на поверхности Марса сейчас. Хорошо. Теперь будь над Марсом. Хорошо. Будь на поверхности. Хорошо. Теперь двигайся вниз к поверхности Марса. Хорошо. Будь над Марсом. Хорошо. Будь на поверхности. Хорошо. Привык к этой планете? Да, Легко? уже не светлую, я уже с темной стороны. Ага. Темную сторону тоже, да, чувствую. Хорошо. Еще есть желание по передвигаться возле планеты или уже ровно? Ровно. Хорошо. Идем дальше. Будь в месте, где ты вошел во Вселенную Мест, физическую Вселенную. Будь в месте, где ты вошел во Вселенную Мест, физическую Вселенную. Обнаружил? Хорошо, теперь будь в центре этой комнаты, где ты находишься с телом. Хорошо, будь в месте, где ты вошел во Вселенную Мест. Хорошо. В центре этой комнаты. Хорошо. В точке входа во Вселенную. Хорошо. В комнате. Хорошо. В точке входа. Хорошо, в комнате. В точке входа. В комнате. Хорошо, как дела сейчас? Да, такой, как портал такой открылся. Хорошо, точка Порог. входа теперь в настоящем времени находится. Да, как бы видишь, я вот в комнате, как бы, да, и в то же время одновременно и там все, как такой вихрь, как воронка такая, да, и Отлично. соединение такое с началом, да, и здесь, как я здесь стою в комнате, да. Хорошо, как ты чувствуешь, еще нужно делать или сглажено? Сглажено, просто я вижу, да, вход и выход такой, да. В настоящем времени вход появился. Да. Отлично. Хорошо. Теперь установи 8 точек закрепления, будто это углы куба вокруг тебя. Угу.
Хорошо, теперь вбери их в себя. Вбери эти точки в себя. Хорошо. Установи еще 8 точек. Хорошо. Вбери их в себя. Хорошо. Установи еще 8. Хорошо. Вбери их в себя. Хорошо. Выровнялось. Да, сразу такая пустота появляется. Бум. Хорошо. Как ты чувствуешь, еще нужно поделать? Нет. Хорошо, ровно. Хорошо. Как у тебя сейчас дела? Да, такое, как вакуум такой, да. Ровное состояние. Да, ровно. Хорошо. Есть желание следующий процесс сделать сейчас? Да. Хорошо. Следующий процесс у нас М1-10. Теперь скажи мне, чему ты не против дать занять то пространство, в котором ты находишься? Комната сразу со всеми предметами, вещами, да, сразу появилась, сразу раз. Хорошо. Город сразу появился весь. Хорошо. Ну так быстро все, прям тык-тык-тык-тык-тык, солнце, планеты, все. Да, все, полностью как бы. Вся Хорошо. физическая вселенная полностью, мест полностью. Нету ни в чем сопротивления. Хорошо. Хорошо. Закончилось изменение? Да, все. Хорошо. Переходим на следующий процесс. М1-11. Какой проблемой в обладательности ты можешь быть? Никакой. Хорошо. Это сглажено. Да, вообще Хорошо. это ровно так вообще. Хорошо. Какой проблемой в обладательности могут быть для тебя другие? Никакой. Хорошо. Каким решением в обладательности ты можешь быть? Каким? Хорошо. Мы переходим на следующий процесс. Сейчас воссоздавай генератор электростанции Солнца, которые дают тебе энергию.
Хорошо, идет процесс? Да. Хорошо. Еще воссоздавай генератор электростанции. Воссоздавай, пока перестанет быть необходимость в этом. Да. Я в них не нуждаюсь. Отлично. Мы сделали этот процесс 12-й. Как сейчас дела? Да, как бы я помимо них могу существовать. Хорошо. Делаем процесс М1-13. Обнаружь золотые шарики в своей голове или около. Хорошо. Ты можешь найти еще золотые шарики, которые не на месте? Нет, они все здесь. Хорошо. Они занимают оптимальное положение. Да, в голове мозг. Хорошо. Хорошо, продублирую сейчас свое тело много-много раз. Теперь эти воссоздания втолкни в тело. Хорошо, какое-то изменение было при этом? Да, свет, вспышка, свет. Хорошо. Ты выходил из чего-то при этом? Хорошо. Сейчас ты полностью экстеризован. Как бы да, я тело не чувствую, да, вообще. Хорошо, ответьте на такой еще вопрос. Ты экстеризован из любых других тел, не физических? Да. Хорошо. Как у тебя сейчас дела? Хорошо. Хорошо, мы сделали процесс 1.13. Что-то еще хотел сказать? Нет, свет просто светло стало, да, свет такой яркий. Хорошо. Делаем процесс 1.14. Создавай и уничтожай различные машины Тетона. Машины, которые посылают места, машины, которые прячут вещи, машины, которые схватывают, которые делают воссоздание, те, которые уничтожают воссоздание, любые машины. Просто дублируй.
Хорошо. Создаешь машины? Или изменения перестали уже быть? Да, они как-то вот как питались от энергии. Ага. И я такой раз как бы обесточил их, как бы, да, и они уходят. Ну, как бы исчезают. По кругу, да, то есть, которые как подсоединены были, вот как молнии такие, да. Сейчас их нету просто. Хорошо, процесс закончился. Да, они обесточены. Хорошо. Как сейчас состояние? Да, еще вот вижу еще один там сзади. Там разряд очень такой мощный идет. Что изменения идут? Да, я поворачиваюсь к нему. Да, я вышел как бы из этого окружения, как нырнул куда-то и вынырнул уже все свободный как бы в пространстве как бы, да. Хорошо, процесс закончился? Да. Хорошо. Делаем заключительный процесс М1.15. Хорошо. Перемещайся сейчас в различные области Вселенной и копируй их. Делай копии. Где захочешь быть. Перечисляю, куда ты отправляешься. Ну вот галактики вижу, там сфотографировал как копию. Хорошо. Было тут. Постарайся делать достаточно точные копии, так, чтобы тебе было, ты доволен Оно был. как бы застывает, да, так сразу накладывается и в ряд прям выстраивается. Хорошо, какие еще части посещаешь? Они как-то вот вокруг уже как бы меня так уже так крутятся как бы вокруг. Хорошо. Еще интерес есть к этому процессу? Хорошо. Ну, они как фотографии, да, вот копии, да, и вот они вокруг двигаются, вот прям по часовой стрелке, это вокруг, по кругу. То, что я сделал, как бы, да, вот эти Хорошо. копии. Теперь рассоздайте копии. Рассеялись?
Да. Отлично. Как у тебя сейчас дела? Обладательность присутствует? Да. Хорошо. Как состояние в целом? Хорошая. Хорошо. Мы с тобой закончили маршрут 1. Есть сейчас что-то добавить? Да, я вот как в космосе сейчас, да, и вот звезды прямо везде вокруг. Доволен состоянием? Да. Хорошо. Рассмотрел? Да, уже вот Окей. сюда возвратился, как бы, да, резко. Хорошо, можешь открыть глаза. Хорошо. Конец сессии. Аудитор Максим Лебедев. Сегодня 1 декабря 2011 года. Это был маршрут 1. Создание способности человека.